Так, Дима тут решил поменять передние колодки Toyota Corsa. Вот сейчас мы посмотрим, как он будет делать. Откручивает колесо. Ой, зажимало. Болтик нас маленько. У него тут небольшая сложность возникла по поводу того, что болт слизанный весь, да? Да. Ну, сейчас будем смотреться внимательно, пока откручивает колесо. Оно у тебя не провалится, эта деревяшка? Да нет. Смотри, как выгнулось. Да, не хватает что-то. Высоты не хватает? Ну. Так ты не туда поставил. Вот сюда-то подставь, вот в это место. А здесь где, видишь, что? Вот под это место, что, специально же вот нет. Место. Где, вот это что? Да. Нет, погнется. Я тебе говорю, не погнется. Погнется. Ты, блин, ты что такой? Погнется. Деревяшку отставь, и ничего не погнется. Так он домкрат не подлазит сюда так. Домкрат поставленный. Отворачиваем последний болт. Сейчас будем колесо снимать. Опа, вот так. Суппорт не откручивается. Слизаны грани на болтах. Мужики думают, что приварить. Решают. Либо ключ, так, либо болт. Так, ну и что решили? Болт, да? Да, сейчас болт попробуем. На 17, да? Болт на 17. Вот так не откручивается. Маловато, сука. Ну ладно, да. Так, что здесь лучше попробуем, блядь. Здесь что ли, блядь? Или снизу? Давай снизу. Надо два все равно. Ну я понимаю, что два. Ну сейчас попробуем. Давай. Попытка, чтобы была, блядь. Маленько раз, вот прям за это будем крутить, да, Борь? Вот за это, да? Угу. Так, а у тебя тут дай мне что-нибудь постелить, блядь. Ну ладно. Мужики варят. Должно получиться. А на сколько? Ну, теперь уже охули захуярил. На 17. Все, приварили, теперь отворачивают. Ты вот поставь маленько, да? Пусть да давай уже, все. Давай. Ничкуй. Хера себе. Вот тебе грани сорваны. Давай усилитель, трубу. Да ну нахуй. А что делать? А тебе что, вот как, выхода нету, блядь? Да. Хуй. Ну, а с обоих сторон хули. Конечно. С одной стороны. С одной блядь. Мало. Если там они затянуты, пиздец. Ой, извиняюсь, думаю французский. На видео уже говорю. Что, отключил, что ли? Вот газовым попробовать, блядь, это единичка, блядь, это ключики есть, ебаный вот, блядь. Все уже. Хотя бы сверху. Сюда вот еще может быть, да. Решили все-таки головку. Не получилось еще откручивать так. Болтом. Решили здесь, головку приварить. Здесь, наверное, вот так. Че, блядь, переноски нету нихуя. Ну. Ничего, то есть. В смысле, так, света ключом, или что? Ключом подлезешь, нет? Сейчас попробуй. Там на сколько? На... Короче, приварили на 24 гайку. Думали, решили так. Не из того, что было. Здесь на 17 где-то. Нет, не большой тут. Нет, не на 17. 22, наверное. 22. Может, блядь, накидной взять, нахуй. Есть ли такой? Нет, 22. Как отворачивать? Ну и пошел. Все, пошло, да. То есть легко, больше это. Больше целились, да? Да. Да они в этих местах должны нормально отвариваться. Видишь, покажи, покажи для видео. Ну, не горячая? Да горячая, видимо. А, ну, спасибо, блядь. А ты мне махорку предлагаешь, блядь. В смысле, на хорошую колодку? Ага, хорошую, блядь. Так. Да. Вот так вот. Русский. Русский смекалка и авось. Вот что делают. Отвернули все-таки. Так, теперь что хуже сделать? Ну-ка, покажи еще раз. Давай обрабатывай. Некрасивость, она погубит мир. Ты знаешь, почему? Да, да, да. Вот так. Внизу сейчас будут. Переноска здесь нашлась. Варится второй болт. Работа идет полным ходом. Второй болт. Что, не идет? Опа! Щелчок. Все, пошло. Ну и все, приотпустил. Что ты его? Или не откроешь? Вверх надо. Ой, пыльничек целый, все. Это все нахуй. Больше мне мозги ебали нахуй. Видишь, там их нету нахуй. Так правильно, сейчас, нахуй. Уже давно, наверное, кто-то не может открутить. Вот
Специально ее перенапрыгнуть. Так вот, боль было бы, если бы так, то хорошо. Получается, видишь, на оборотных. Хотел еще солидолом смазать. Вот, все, нахуй. Да все, она вот здесь. Тебе шланг мешает вам отодвинуть. Блядь. Открути шланг. Да нахуй. Нахуй шланг откручивай, что угораешь, что ли? Шланг-то тормоза, нахуй. Ты хочешь удивиться? Я имею в виду вот этот место. Ты что такой? А, дай тебе. И он пойдет у тебя. Нихуя, блядь, тише, блядь. Ну полей водички. Пол прикручивайте, и все, что у нас есть. Ну. Откручивается нижний болт. Тяжелый, да? Тяжелый. Ага. Да, колодки-то тут или тут, есть? Их тут нет, видите? Ага. Так, подденем их. Он тут уже до такой степени в грязи все. Смотри. Сюда нету колодки одной. Вот она. Уже сломана даже. Алло, 15 минут на сбор. Это еще, видишь, это еще 10 лет ходить. Вот так. Все. Все. Теперь для меня новые колодки. Да, вот новые колодочки. Что за колодки? Расскажи. Колодки вот. Кашияма. Контрактные? Все, это инструкция. Дай, добавь. Новые. Кашияма. Кашияма. Раз. Япония. Сколько стоит они? 800. Четыре штуки, да, вот эти? Да. Это я на свои брал тоже где-то. Так. И первый раз вот так вот делаем. Что-то ты не так новый. Или так? Ну, все так. Раз. Вот они. Может, все-таки вот так? Так, вот дай уже у нас. Дай колодку. Вот сюда одну сторону вставляешь, да. А вторую вот сюда. Да, а то так она не зайдет. Да, да, да. А то они вылетать будут. Во. Вот раз. Во. Вот так. Во. Все. Красава. Берем теперь суппорт. Вот да дофига вот тянуть ты, что тут? Ставим. Тянуть не надо, надо сначала выдавить его. Ну я про него и говорю, что. Так. Теперь что мы с тобой? Вот и елочку. Раз. Поршень суппорта Дима задвигает при помощи отвертки. Так, вот. Теперь смотрим, так раз сейчас что у нас зашел, да? Тогда мы сейчас сделаем наоборот. Вот эту сторону тоже так раз сейчас вставляем, да? Это еще надо смотреть, это они бывают с этими. Все. Визжат, когда железки. Они есть здесь стоят, да. Есть, да? Да. Видишь, что у нас тут, да? Вот так вот. Видишь, сколько он залазит. Топить поршень надо до конца, потому что колодки новые. А он торчит. Он. Торчит. Угу. Поршень суппорта задавлен. О как. Покажи. Ровненько. Да. Вот, а то по-другому не зайдут колодки. Вернее, суппорт на место не встанет. А что за херня? Так, Дима продолжает ремонт колодок, ставит уже на второй стороне, первую сторону с горем пополам засунул. Вот. Ну, эта сторона вроде полегче отвернулась, но вот заворачивается тоже вроде как не совсем хорошо. Вот он пытается все сейчас устранить. Как говорится, хлопотно все это, да? Да, да, да. Ремонты эти все. Все ремонты. Да еще когда нервы на пределе. Всю неделю работает, а по воскресеньям машину делает. Понятно? Хлопотно. Так. Так что, Дим, не расстраивайся, все будет ништяк. Да. Все будет ништяк. Главное, чтобы безопасность, правильно же? Да, прежде всего. В нашем деле безопасность. Поэтому... Такой получился небольшой сумбурный ролик, но тем не менее, зато жизненный, да? Да.
И маты тут у нас были, и все. Ну а что, вот такова жизнь у нас матершинная. Что, зашел, поди? Ага. Видишь, сила в чем, что это, Юр? Че? Это, ты видишь, ходит направляйка. А та закиши. А та, да. Надо было медную смазку. Или тебе опять это, слова не очень хорошие. Я говорю, надо было медную смазку специальную, которая один тюбик стоит там 300 рублей или сколько. Вот такой тюбик стоит 300 рублей. Я тут менял, у меня видео есть на канале, на девятку. Ну, женщина приехала. Я говорю, надо бы медную смазку. Она джук-джук побежала, притащила. Ну, есть. Я нифига себе, я никогда в жизни не видел. Просто сказал, да? Просто сказал, но она притащила. У меня же это, в руках держу, она такая еще серебрится. Я думаю, нифига, как кусок золота, блин. Ну, такой тюбик 300 рублей, офигеть же. Есть все сейчас, да. Ну, только есть у кого деньги есть. А у кого деньги есть, тот новую машину купит, да? Конечно, не будет мучиться со старыми этими всякими. Ну, а что делать? Ну, жизнь такая, что сделаешь? Да. Что-то делать надо. В целом все хорошо. Да. Пока живы, значит, все хорошо. Ну ладно, Дим, давай, пока. Давай, счастливо.